Hello, друзья, с вами StevePro, и сегодня я покажу модное оружие для Майнкрафта по Extraction. Вот и вышло обновление для глобального мода, которое приносит нам кучу новых оружий, а также новую броню, которую добавили в новое обновление. Так, ну что ж, давайте проверим наше оружие. К примеру, вы все знаете вот такой бинокль, который нам приближает расстояние. Да, это то же самое, что и зум. Вот, к примеру, щит, который дает два эффекта медлительности и, конечно, защиту. Также есть ножик, и к ножку нам прибавили или добавили звук, который он теперь издает. Но, к сожалению, бывают маленькие залагивания, когда вы его используете. Также есть парашют, и у него тоже добавили звуки. И парашют используется, когда вы падаете с высоты. Ну, наверное, все знают дигл. Давайте попробуем попасть в голема. Но мне это, к сожалению, трудно удается. А нет, смотрите, я все-таки в него попал. И наши патроны закончились. Да, теперь нам добавили патроны. Вот такой арбалет. Давайте им тоже попробуем попасть в голема. Так. Голем, держись. Это взрывная. Это... Все, но он выдержал, он как-то выдержал. Это у нас винтовка, легкая винтовка, которую вы можете также использовать против этих мобов. Так, голем, ты у нас все еще живой. А вот и все, наш голем умер. Это довольно тяжелое оружие, и с ним вам нужно будет быть осторожнее, потому что он взрывает довольно большую территорию. И это вот такой миниган, который заряжается или взрывает довольно сильно. Вам придется зажать кнопку огонь, после чего миниган начнет стрелять. И анимация у него довольно прикольная, после чего он после себя оставляет вот такие дырки, или вот такую расщелину, можно сказать. Вот, также здесь очень много разных оружий, которые находятся вот в этом разделе. Вы их можете сами посмотреть, а также я забыл вам кое-что показать. Ну, во-первых, вот такие гранаты, которые добавляют этот мод. Ну и в-третьих, в обновление мода, как я сказал, добавили броню, которую сейчас я вам покажу. Броня довольно классная, и вы ее также сможете сделать. Вот такая классная броня добавляет этот мод. Особенно с оружием, выглядит это все очень круто. Ну и мод очень крутой, большой респект автору этого мода. Ну и что ж, по идее, этот мод напоминает всем, наверное, знаменитую CS, ну или CSGO. Здесь также вот такой миниган. Радужный или новогодний миниган, который стреляет примерно вот так. Это просто реально классный мод, который мне всегда будет нравиться. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.